Скажите, что мы сегодня тут делаем и по Будем какому поводу? готовиться. Подруги. Давайте Так, я. давай. А все, началось уже? Конечно. Всем здрасте, вы на канале каком-то, но я не знаю, на каком вы канале. Бабушкин канал. Вы на канале бабули Тарасова. Мы сегодня будем делать худог. Ой. Отлично. Мы так. сегодня будем делать худоги. Вот у нас тут сосиски. Майонез, кетчуп горчицу, терияки, очень это терияки. Горчицу я вам не дала пока. Терияки это соус тоже вкусный. Ну попробуй. Короче, все, мы приступаем. Да. Давайте, приступайте. Поехали. А сначала, может быть, надо соусы вниз. Давайте соусы с двух сторон. И потом сосиской. А потом будем греть и потом начнем кушать. Еще у нас сначала есть. Положить... Еще у нас есть наггетсы. А терияки, оно вкусное? Да. Можешь прямо на вкус попробовать на зубок. Дай. Ваня, ты что куда столько навалил ты? Ты же не сможешь Дай. Есть. Там помаленьку надо. Блин, ну я, если честно, это можно типа как кетчупа. Можно? Типа как это как ты сам. Это вот. Типа как кисло-сладкий? Да, точно. Кисло-сладкий соус. Опа! Можно без кетчупа, как хотите. Вот у кого, кто что а хочет. А Бади тоже снимайте. Бади? Владислав Павлович, здравствуйте. И, кстати, вот если я вот так маску надену, то так. я буду солдат. А я! Так, рассказывайте давайте, как закончили первую четверть? Я нормальная. Я на пятерке. Егорка, рассказывай, хвастайся. Короче, по математике не пятерки. Так. По русскому одна... Двойка. Подожди, а итоговые? Итоговые? Итоговые это все хорошие, наверное? Меня по матеше не выставили, но по русскому у меня четвёрки. Ну, у меня бывали тройки, но у меня особо по математике по всем четвёрки. Ага. Я есть... не знаю, насколько я закончил. А четвертные еще не знаешь, да? Да. Что будет, если я вот кетчуп и майонез и... Да, да можно все. Я думаю, это... я думаю, хуже не будет. Плюс майонез. Китченес. Гениально!